В столице Великобритании автомобиль наехал на пешеходов, пострадали несколько человек. По данным полиции, инцидент произошел в районе Южный Кенсингтон, очень популярном среди туристов. Там находится музей естественной истории, музей науки и музей Виктории и Альберта. Как сообщают в СМИ, в связи с произошедшим посетители всех трех музеев были эвакуированы. Полиция уже задержала водителя. Детали произошедшего выясняются.